Мост через спрятанную в трубу речку Либедь считается одним из старейших в Рязани. Он был построен в 1849-50 годах по проекту губернского архитектора Николая Воронихина. Это сооружение, претендующее на статус исторического памятника, за 170-летнюю историю ни разу капитально не ремонтировалось. Многие его конструкции заметно обветшали. Здесь мы ожидаем раскрыть кладки моста 19 века, еще построенного до Крымской войны в 1849-50 годах. Кладки каменного моста, который существовал здесь первым. Это мост построен в 1785 году. Если очень повезет, мы найдем даже кладки самого первого моста, который построен из дерева на 3 года раньше первого каменного в 1783. Последние годы после сильных дождей свод моста начал обрушаться. По решению мэрии провал засыпали грунтом, но этого оказалось недостаточно для решения проблемы. Разговоры о необходимости тотальной реконструкции объекта завели в 2017 году. В мае 2018 было выполнено предпроектное обследование мостового сооружения и коллектора реки в районе моста и принято решение о масштабной реконструкции. Сохранить исторический вид моста на настоящий момент невозможно, но археологи активно трудятся на месте, чтобы максимально разобраться в истории, культурных слоях сооружения и максимально сохранить исторические элементы. В процессе ее реконструкции, частичного демонтажа, мы будем фиксировать отдельно ее конструктивные элементы, сохранять информацию о них, делать чертежи, фотографии, 3D-модели. И таким образом я рассчитываю с привлечением специалиста по 3D-моделированию впоследствии воссоздать этот мост для того, чтобы он сохранился у нас в информационном поле, в истории. На мосту у цирка прямо сейчас, после того, как удалили асфальт, видны следы мощения 19-го, начала 20 веков. Оно есть на архивных снимках. Археологи намерены расчистить наиболее сохранившиеся участки булыжной мостовой, извлечь и использовать при благоустройстве городских пространств, например, для воссоздания атмосферы города в качестве туристического объекта. Во время демонтажа встречаются и белокаменные элементы. Наиболее сохранившиеся тоже расчистят и используют для создания исторического объекта, сохраняющего память о древнейшем мосте города. Напомним, реконструкция моста на улице Ленина продлится до лета 2021 года. Движение по мосту перекрыли 15 октября. До 25 декабря транспорт будет следовать по измененной схеме. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».